Больше 20 детей из пострадавших от паводков регионов получают помощь в одном из оздоровительных центров Алматы. В программу входит шестиразовое питание, активный досуг на свежем воздухе и ежедневное наблюдение у врачей. Детям создают все необходимые условия для полноценного отдыха и восстановления. Кафу Али расскажет. Оздоровительный центр «Бюбек» принял 23 школьника из Западно-Казахстанской и Костанайской областей. Для них организовали шестиразовое питание. Помимо оздоровительных процедур, разработали программу, направленную на укрепление здоровья детей. Я впервые в Алматы. Мне очень нравится здесь. В этом центре очень много детей. Завела новых друзей. Каждый день мы играем и интересно проводим время. К примеру, завтра поедем смотреть кино. Нас вкусно кормят. Воспитатели не отходят от нас ни на минуту и следят за нашей безопасностью. Экскурсии, игры и походы в кино. Также для детей организованы различные развлекательные мероприятия. В центре работают опытные педагоги и психологи, которые проводят с детьми индивидуальные занятия. Утром мы начинаем с музыки. Называю это музыкальной терапией. Поем, танцуем с детьми, шутим, веселимся. И тем самым поднимаем им настроение. Самое главное в нашей работе – это расположить детей к себе. Быть не только их воспитателем и учителем, но и стать лучшим другом. У нас для каждого отряда всегда открываются первые 3 дня родительские чаты. То есть мы постоянно с родителями на связи. И воспитатели, работающие в группах, ежедневно отчитываются, посылают фотоотчеты, посылают видеоотчеты с родителями. Если у родителей возникают какие-то вопросы по здоровью, по, например, дополнительным обследованиям, мы тоже всегда идем ими навстречу. У нас есть договоренность с институтом педиатрии, куда мы отправляем детей на дополнительное обследование. Специалисты нам всего города помогают в обследовании дополнительных детей. Дети будут находиться в центре до конца месяца. В целом по стране в 11 таких оздоровительных учреждениях отдыхают 600 детей из регионов, пострадавших от паводков. Гафу Али, Валентин Лобанов, 24 KZ, Алматы.